До света Арктуса с Селином все же далеко. Мы вынесли урок из своих ошибок и неповторимых. А где Селин, кстати? Битвы зовет нас Деус Арктус! Я танцую там. Когда-то сам Калатур участвовал в такой войне. Теперь да. Мой черед. Ну, Фьоргель, не подведи. Да, ты бы не похерил только свой Фьорги. О, это детали стоят. О, прикольно. О, мехи даже пришли. Давненько наши пути не пересекались. Саша Краус, серьезно? Да ладно. Мы с Бастианом рады тебя да. видеть. Говорю, этот южный... Тихо, я же прохожу, тихо, все. Эти новые молохи чудо как хороши. Мы для тебя один захватили. Да? И где же? Как-то нам два во надо. Во имя Авесты. Во имя Авесты. О, ребята, во имя Авесты. Во имя Авесты. Во имя Авесты. Где этот? Во имя Геолога. Авесты. Теперь наш черед вот помогать вам. Черный сокол. Да. Битва черного сокола. Наша битва. Пусть то ли бы хоть пернул, не знаю, для приличия, что я один. А то я как будто такое ощущение, что один играю. То ли. Да почему? Я тут ведь. Смотри, даже этот Герден тут остался. Ну, тихо, отнулись нахуй все. Откуда лезете? Только этого нам не хватало. Слушай внимательно. Твоя задача — разрушить клинья, поддерживающие разлом. После этого он потеряет форму, и связь с Фитранией будет разорвана. Только о. Так мы можем победить демонов. Нихуя. Смотри, Ама, взгляни. Две королевы, кстати, нахуй. Ваше которые величество. Мне дают свое, сука, тело на растерзание. Все мои рыцари в сборе. О, это мы пришла. Рада снова тебя видеть. Спасибо за помощь с поисками Гвилены и расследованием заговора советников. Пусть его и не удалось предотвратить в полной мере. Враги не сумели застать нас врасплох. Сегодня мы встречаем их в полной боевой готовности. Орден Луны! Мы выступаем! Гвилена, конечно, сочная, сочная. Орден Солнца! На позиции! И наше оружие тоже. Надо будет с ней закорешить. Какое... Тут на одного это... толя опять. В этом демон. Инстансе... Нельзя возродиться у портала. Да, зачем мне возрождаться у портала? Ты умрешь. Очень смешно. Ты же умрешь. Да ты как нахуй? Смотри. Башня хаоса. И как? Дертать нельзя. Блядь, не нахуй. Тихо. Ладно, молчу. Буду только охать и ахать. Нихуя я. Ёбаный в рот. Вот это, конечно, Мелитех потрудился. Это пиздец. Блядь.
Непростая крыса. Это не походу только разминка была. Ебать мой хуй, бля. Командирам доложить о готовности. Месяц будет. Исторический день для Ардетайна. Прогрессор на поле боя. Пусть это лишь прототип. Мы абсолютно уверены, что он оправдает самые смелые ожидания. Ну а дальше дело за рыцарями. Боевая гвардия готова. Вы ебнулись опять нахуй. Ебать. Воу. Я буду рядом. Давай, давай. О! И ты тут, а? Бля, класс, класс. Я хочу потом это еще раз переиграть, это же так классно. Все тут, а, блин, это вообще топа. Тупо топ. Мне больно смотреть, как демоны ступают по земле Берна. Нам ни за что бы не удалось сдержать их полчища своими силами. Но сегодня мы сражаемся плечом к плечу с другими народами Агрессии. Благодаря тебе. Мне нравится, что они градус повышают прям эпика. Прям рыцари. С точки зрения режиссуры прям классно сделано. Тьма опустилась на нашу землю. Мать, но очень скоро видишь? Враги узнают. А что не ждут? Солнце и луна над Берном не заходят никогда. Зачем ждать? В этот нелегкий час я взываю к вам. А? Рассейте мрак. Тут отпал, мне показалось. Он отключился. Нормально. А, Толя отвалился, но... Рыцари солнца! Пришел день славы! Кто мы? Бежим отсюда! Мы! Копьем! Ну так бегите, почему ты все стоите на месте? Так вот, что за логика? Щиты поднять! Приготовиться! Заверн! Классные роботы такие сочные. Андертайские. Вперед, мои рыцари! Строй! Не дайте себя окружить! Рыцари Луны! Атакуйте с фланга! Не остановимся, пока жив хоть один демон! Продвигаемся вперед! Было прикольно, если бы мобов была прописана такая тема, типа, если слишком большая разница в уровнях, то убегали, они... Ну, да, да, да. Убегали, но... Или не нападали, но есть же ММОшки, в которых такое есть, в соло, по-моему, такое есть, или в Варкрафте, по-моему, такое есть. Да, было в каких-то игрушках, но... такое встречалось. Что они уже типа сразу изначально боятся, да, тебя, да. И сразу разбегаются. Да, они даже не то, что разбегаются, они просто невраждебны становятся. Я помню, было такое. А тут все какая-то мелочевка на тебя нападает, но они же. Ты же понимаешь, они же, ну, по факту ты просто плюнешь, все, они умирают. Нет, они все равно бегут и как камикадзе, короче. Они распадаются до одного дуновения. А, например, начинаешь какой-то активировать какое-нибудь действие. Дверь открыть или еще что-то делать, они тебе все равно тоже этим ударом все равно сбивают тебя, получается, да, да, их да. Все равно через них забрать, потратить время абсолютно бесполезно.
все, что с них выпадает, тебе нахер не надо, это просто хлам уже для тебя. Это мусор, который даже ничего не стоит и ничего никуда не идет. И все равно вот это вот. Тут даже типа босс не босс, он и то с двух плюшек обычно, даже не удара, просто плюшек раздувается. Проверка всех систем завершена. Че, куда идти-то? А, вернуться к этому, понятно. Приступим. Саша на кафе. Разблокировка. Желаем приятной поездки. На своем уровне, когда проходил вот эти подземелья, да, было круто, потому что они были на своем уровне. А сейчас, ну, это полнейшая параша. Покажем этим демонам всю. У них требований к рангу 250, у меня, блядь, в 7 раз больше. Ну, не в 7, но это... Даже прогресса, короче, Андертайна сражается, обалдеть. Вы мне даже меха дали, вау, класс, класс. Координатор, к врагу прибывает подкрепление. В смысле мехов дали? Ты про чё имеешь в виду? Меха дали, робота. А, что? На роботе, в смысле, ты? Да, да, меха дали. Но, есть такое дело. Прикольно было. Это было дело, да. Это вообще классная карта вот эта. Этот данж. Ну, данж, не данж, как бы сюжетная, мочилова. Саша красный сидит, вижу отсюда. Плыть-то, если чё. Ладно, пока поплыли сюда, там видно будет. Давай сюда! Я, кажется, понял, почему ты один проходил игру по сюжету. Одному надо проходить сюжет. Если не можешь, чтобы добраться не ловить до спойлеров, цели, не ловить. Значит, нужно больше взрывчатки. Мы играем, допустим, все равно ты бежишь вперед, там пытаешься рассказать, даже слова проранивать, ты ловишь уже спойлеры, все равно. Что будет дальше, что появится там или что-то такое. Когда ты играешь один, тебе никто не мешает, во-первых, темп твой никак никто не нарушает. Типа, ты когда хочешь, тогда играешь, когда проходишь, тогда хочешь. А когда вместе, как бы, так, ну, не получится.
Есть такое, да и в принципе, получается, надо постоянно кого-то ждать, либо, да. либо наоборот, меня ждут да, другим людям, да, людям да. с неудобства. Короче, ну это неудобно, короче ну. говоря. У каждого свой ритм, у каждого свой темп. Да, да, я согласен. Что я и говорил тогда. Просто понимаешь, мы когда начинали с Толиком играть, у нас все хорошо было. Ну, мы вообще нормально играли. То есть всю Литерию, там, да, Паньшу, Андертайм. Да Шувьорда. Шувьорда что-то как-то начались проблемы там. Начали героев других создавать там. И вот эта вся песня. И как-то оно по-другому все пошло. И то есть и как-то начали друг друга там догонять, и то-то все, а потом ты подсоединился. Как бы. Тем более еще больше геморрой начинается. И потом. И дальше вот проблема вот игры началась такая. То сейчас я. Ну, я понимаю, что надо одному играть просто, чтобы никого, во-первых, не ждать, чтобы никого не напрягать, правда говоришь. Проходишь просто, а вместе тупо по данжу проходить. Вот. А там кто как хочет, будь так и проходит, что-то. Ну, все равно фигали. Сейчас уже последние, в принципе, уровни. Там все равно, в принципе, уже последние уровни. По шмоту как бы разницы особо нет. То есть это раньше, как бы, да, у тебя там разница была. То есть ты там Ваньшу, например, у тебя один шмот, Этери другой, да, и ты, соответственно, отличаешься, там данжи другие. А сейчас, по факту, данжи, они общие, и ты можешь с другими ходить. Да и сейчас шмот медленно прокачивается. Я и говорю. Он даже не то, что большая разница в уровнях, он в принципе о, медленно Накс. Качает. Накс и Вахатур прикольно, такие два этих, один гном, другой этот северный. А, но один с молотком, другой с этим топором. Ну эти вообще забавные мужики-то. Но. Они еще с это. Со своей. Со своей сюжетки у них там прикольная тема была. Да, да. Это молоток, блядь, вечно свой терял где-то. Но! Вы как раз вовремя! Тоже интересно, комично так делали. То ворона, блядь, какая-то утащит, то, блядь, уронит куда-то, вот тут бегай его, блядь, доставать. Вот бы. Мой любимый, мой дорогой топор, молоток, наконец-то. Ну, прикольно сделано, все равно, необычно. Как-то ну, разбавляет да, ситуацию. Комично такая, с одной стороны, но с другой стороны, когда приходит тема, там тебе типа реально помогает, там такой мужик, короче, ты сейчас всех затащит. Не, ну все равно это интересно, это необычно. Ну? Было бы странно, если бы. О, Виоле. Виоле с нами, классно тоже. И те главные персонажи, они настолько все различные, да, во всех частях. Да, да, да. Все... Они все разные, да, правда говоришь. И с ними со всеми интересно как-то контактировать, взаимодействовать. Везде какая-то, ну, не знаю, прикольно, действительно смотрится даже как сериал, как мультик, как аниме. Даже, как-то, есть сюжет как-то... какой-то. Режиссура классно сделана. Ну не, вроде бы я одно и то же, пить бы там надрать морду всем, но она все равно везде разная. Она все да, равно сюжет везде... есть какой-то все равно, история рассказывается. Везде какие-то свои проблемы, какие-то свои заморочки. Тут одна проблема. Она одновременно еще подгоняется под климат того, где они живут, под какую-то их экономику, инфраструктуру, под их религию, там, под их там историю народа, в принципе. Ну, не знаю, круто так это продумано. Тут сегодня квест делал с какого-то острова. О, фига. Фига, эти пошли тоже дыроны такие, ну, превратились, клево. Я сегодня квест делал с какого-то острова, просто по пути, пока ехал по морю, заехал, заплыл, на остров взял. А когда я его сдавал, такой, иду, значит, сдавать-то. Сдал его, все. И включается ролик от сцены-то это. Говорит, о, чудо, вы не представляете, посмотрите, наконец-то это испытание было пройдено. Впервые за 150 лет, а это просто какое-то чудо. И вот вся катсцена, собственно говоря. Но все равно было анимировано, круто сделано, как бы. Такая это эпилог-то всем твоим трудам. Так а мы или Акана убивали же вроде. О, да ладно!
Нифига, не нав, короче, луком его, хлоп. Опять-таки выскочка лазенец. Такая, хлап, из лука ему стрельнула такая. Сколько в тебе? Мы его убивали вот в этом лабиринте, в котором ты был, или Акана. И он, однако, опять же появился. Но они, демоны бессмертны, конечно, я знаю, они же там, они возвращаются в свой родной план и начинают там, возрождаются, так сказать. Люди не лучше демонов, Амаз. Им просто повезло. Повезло родиться в мире, где жалкие стрелы, это не страшно. Вы убиваете нас, защищая таких, как это. Вот этот демон, который с плеткой-то, интересный чувак, конечно. Персонаж человек самый, если даже не сказать, самый классный персонаж. Ты еще столько? Реально крутой персонаж. Все остальные как бы все равно однотипные, а этот вот прям, прям интересный персонаж. В нем есть какая-то загадочность. Здоров. Я не чихал. Да тут чувак какой-то шел мимо, мимо него, он чихает. Да когда же они кончатся? Никогда же не кончится. Не говори, мать. А тут. В смысле получить? О, Зен, ну что-то сейчас будет. Когда... Мы не дадим свету померкнуть. Пришел, конечно. Куда с ней света? Я рогов купил. Но. Не знаю, зачем потратил бабки. Не зачем. Да будь здоров ты! Ты ебал чихать. Гордые рыцари Лютерии. Обрушьте на врага свой праведный гнев! Давай тоже сопружу. Не жалко. Суждено быть рабами, другим господами. Стал и 40 дублов. Иди за головами, шастрами. Михан, бери кого. О, чувак, ты бы только знал, где нужно такие деньги берем на такие шмотки. Вы слышали, его величество? Все вперед! Тебе лучше не знать, где. Где мы находим шмотки на этот товар? На эти деньги, на эти шмотки. Получить информацию от рабов. А где, блядь, информацию эту получить? Как? На почту пришла тебе. Точняк, пиздец, блин. Спасибо. Чекай, если он колдует, конечно. Чего раньше нельзя было этого сделать? Чё это там? О моё, как они все это изрежут. Как они это сделали в мешке? Я просто не представляю технически, как это сделано. Просто эпик вообще. Чё? А, технически это сделано.
Готовьтесь к удару! Блядь, а чё два-то почему? Где ещё один-то? Слышь? Тебе этот квест дополнительный забей. Так это нет, мне просто любопытно. Потом я сделаешь, я его за два дня делал. Потому что там только 5 рабов можно купить. Ты не сможешь сделать за деньги. А не каждый раб дает этот сведения. Там просто рабов надо покупать, я потом еще говорю, раз. Я тебе говорю, не один не сможет за деньги. Разлом с Фитранией. Башня соединится разлом с Фитранией. Прикольно. Остались последние штрихи. Этот сидит такой на троне. Какая мощь! Ты можешь купить только 5 рабов. Вот но не каждый раб дает видение. Вот в чем вопрос. Вот, и ты не сможешь. Ты не сможешь. Ты отставь этот квест, завтра придешь просто сделать телепорт туда. Вот. Но... На этот остров, потому что там остров же долбанный. Там ехать туда надо. Ну или приедешь. Как на телепорт туда оставить? Ну просто сюда. Через этот книгу странствий, там же можешь добавить телепорт. Камон стал еще сильнее, чем прежде. Мы понесли большие потери. Это огромная башня. Что-то вроде якоря, который связывает Фитранию научи. И Акрасию. Я что, даже не знал про это. Ну, вот, под карты, что бы короче, стало, телепорт такой есть. Первая карта, компас, а второй книга странствий. У тебя открывается окошко такое. С подпиской ты можешь 3 телепорта сделать, без подписки 2. Нажимаешь сохранить, и то место, где ты находишься, ее там уже телепортироваться. Вот. Понял. Понял? Ты нашел эту штуку? Понял. Прикольная тема, слушай, надо запомнить. То есть, если ты поставил, обновить ты сможешь только через там сутки, по-моему. А телепортироваться можно раз в 2 часа. На. Понял. Ну то типа какой-то метка какая-то, а? Да. Отправиться в Бёрн. Ладно. Опачки. Балак. О, какая встреча. Так, ну, поехали в Бёрн. Прочь, демон. Все равно корабль. Смотри-ка, он её как швыряет, а? Ну, ты лоханулся. Ладно, уже поплыл. О, здорово, Эрвис. Рано радуешься, Абрель Суд. Ну, вообще по-жесткому. Мне в Бёрн надо было. Надо было просто песню спеть и сразу поставить. Нормально, они против Ильякана Паровичка решили драться. Клёво. А, нет, смотри. Мастеровые. У вас, у нас. Мастеровые. Вы лишь оттягиваете неизбежно. То ли это в игре, нет? Ну, кто-то... Ну, он в игре, но он просто скучился, что болтали наши. Ну, когда смотришь такие классные ролики, не хочешь, чтобы кто-то на фоне болтал. Ну, согласен. Хочется. Мне наскучило с ними возиться. Нина, Силиан, Язена. Как его срежиссировали технически, это всё просто достаточно. Смотри-ка, она дерётся с нюхом прям. Мы тебя защитим. Иди! Класс. Мастер Вэй. Ва-ва, такой призыв. Класс. А, это такая китайцы, которые каратисты. Вау. Это Вань Шута. Мастер Вэй, это ну. Это кто кинул? Ой, да ты вот... Иди разбирайся с ним. Как они эпично... Мы их задержим! Не останавливайся! Разлом нужно закрыть сейчас!
Да повез-то уже нет когда-нибудь. Давай, уже осталось чуть-чуть. Сойти на берег. Королевская говнань. О, и ты туда же. Должен признаться, мне очень интересно. Насколько выросла твоя сила? Давай. Чего тут делать? В смысле? Знай, я многого от тебя жду. Прошу быстро, чел. Ух ты, как. Ладно, научиться управлять потом. На сегодня хватит. Что там происходит? Я доволен тем, что увидел. Мой план не совсем такое, как у Влады. Ну, так это понятно. Поэтому не буду тебя больше задерживать. Понятное дело, что у тебя своя какая-то интрижка. Я тебя понял. Я сыграю свое пробуждение, если вот это пробуждение в Рахиндале взял. В этом главном городе. А, у этой, у королевы, я все понял. С королевой тебе говорю, нет, да? Не у королевы, не у королевы даже. У деда, там, которого, который стоял, да? Там. Телепорт такой-то чувак, да, там. Да, да, но... дед там стоял. Но сначала тебя королева, по-моему, к нему направляет, как я помню. Мы положим этому конец. Нет, я сразу сейчас к нему подошел, я телепортнулся, его увидел, к нему подошел поговорить. Я не знаю, может просто до этого у меня уже квесты предварительные были сделаны. Скорее всего, потому что надо было с королевой, с Азеной поговорить. Поэтому я хотел... Ведь до этого, может, не как-то говорил это. Может быть. Красивую Азену. Там 3 квеста было у него, от него. Ух ты, я помню эту силу, кстати. Цепочка из 3 квестов, если быть точнее. А сейчас делаю вторую цепочку из 9 или из 10 квестов. 9, может. Да, дети, вот 8-й квест сейчас сделаю. Всего.
срежиссировать. Последний клин! Уничтожь его! Злом начинает исчезать. Мы победили! Все кончено, Аврельсуд. Ладно, ваша взяла. И все же... Есть одно но. Слепы. А я видел пророчество Кратоса. Ардетайн сгинет во тьме, и старым богам его не спасти. Разломы. Они появляются повсюду. Все приготовления завершены. Теперь хаос поглотит ваш свет.